Добрый день. Чтобы установить AppSync на iPad 4, вам нужно будет установить jailbreak. Как установить jailbreak? Есть он у меня на канале. В конце видео будет ссылка на это видео. Итак, вы установили себе jailbreak. Теперь вы хотите установить себе AppSync. Переходим на Obsidian. В источники, Cydia, система. В системе выбираем Apple File Conduit 2. Установить. Принять. Перезапуск. После того, как вы установили кондуит, переходите опять в True Tools. Переходите в True Tools. Выбираете jailbreak. И нажимаете Install AppSync. Все, AppSync установлен. Планшет пошел на перезагрузку. Мы установили AppSync. Если это видео было вам интересно, ставим лайки, подписываемся на канал.